Грамадство выказывает подяку тем, кто в эти дни працует в самом напруженном режиме, ахвяровывая собой для выратования жизней и здоровья других. В условиях пандемии коронавируса медицинские работники демонстрируют наивысший профессионализм и отказность. До марафону допомоги установам аховы здоровья долучилось управление следчего комитета по Гомельской области. Сегодня его супрацовники оказали поддержку Гомельской городской клинической больницы худкой медицинской допомоги. У распоряджении супрацовника установы переданы 90 компьютеров. Яны находились у фонде вызволенных материальных ресурсов комитета. При допомозе специалистов вся секретная информация выдаленная без махчимости обновления. При этом стан техники выдатны. Сегодня мы передали городской больнице скорой медицинской помощи 90 компьютеров из фонда высвобождаемых материальных ресурсов управления Следственного комитета. Надеемся, что переданная компьютерная техника поможет оптимизировать деятельность медицинских работников. Для установ аховы здоровья такие подарунки вельми дарэчы. Компьютеры, необходимые для регистрации, запису пациентов и інших важных операций. От лица и администрации, и коллектива всего учреждения нашего я, конечно, выражаю огромную благодарность управлению Следственного комитета по Гомельской области за такой широкий жест благотворительный. Этот жест очень хорошо вписывается в республиканскую программу информатизации системы здравоохранения и однозначно позволит нам в ближайшее время повысить качество информационной работы как с населением, так и с сотрудниками, оперативность оказания медицинской помощи, ну и оформление соответствующих документаций в электронном виде, конечно же, и взаимодействие с другими органами республиканских органов управления. Гэтым жестам дабрачынная дзейнасць гомельскіх следчых не абмяжоўваецца. Прафсаюз управлення пералічыў сродкі Рэспубліканскаму цэнтру арганізацыі медыцынскага рэагавання. У бліжэйшых планах перадаць грошы Міністэрству аховы здароўя для правядзення санітарна-супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў. Мікалай Скінцян, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.